И если не сложно, разъясни, пожалуйста, по делу врачей, что это было, зачем и почему именно так. Евреи тянули своих на места, действительно ли их репрессировали по национальному признаку? Врачи, как таковые, это вообще персонажи всегда мутные, их всю историю человечества используют для убийства неугодных граждан. То есть, смотрел художественный фильм «Елена» Андрея Звягинцева, как там? Медсестра своему сожителю-олигарху без затей вместо таблетки для улучшения сердечной деятельности подсунула таблетку Виагры, и он тут же в бассейне на тренировке утонул от, я не знаю, там, сердечной недостаточности или чего-то. Ну, вот врач, вот убийство, а экспертиза не найдет у тебя в крови Виагры, потому что обычно ищут что-нибудь другое, и если диагноз очевиден, что сердце у тебя засбоило, и ты от этого умер, ну, вообще ничего искать не будут. Используют ли врачей для ликвидации политических деятелей? Да, безусловно, используют. Почему нет-то? Не надо думать о людях хорошо. Люди такие мрази, что в самых страшных фантазиях не представишь то, что они делают в реальных этих самых. Евреи тянули своих на места, но среди врачей много евреев, да. Действительно ли репрессировали их по национальному признаку? Ну, репрессируют, то есть уголовная система подавляет уголовную деятельность всех подряд. Например, если какая-нибудь кавказская ОПГ в Москве задержана, осуждена и посажена, то их репрессируют по национальному признаку, безусловно. Тут вообще никаких сомнений быть не может. Так сильно ненавидят людей с Кавказа, кушать не могут, что вот сажают ни за что и строго по национальному признаку.